В Архангельске в эти дни абсолютный чемпион мира по математике Андрей Гаврилюк. В интеллектуальной школе «Созвездие» он провел сегодня своего рода мастер-класс для лучших старшеклассников из 19 районов региона. Всего 120 интеллектуалов. Все они победители и призеры этапа Всероссийской олимпиады школьников. Владлена Романова далее. Ксения Лапшина больше всего любит математику. Благодаря своим знаниям она попала в интеллектуальную школу «Созвездие». Преподаватель дает очень много нового материала, который не проходится, безусловно, на обычных уроках в школе. То есть у нас были занятия вчера, первое занятие, оно произвело большое впечатление, я думаю, не только на меня, но и на всех тех, с кем вместе мы здесь занимаемся. Сам мастер Андрей Гаврилюк родом из Мирного. Математикой увлекся в 7 классе. В 2005 году стал абсолютным чемпионом мира. Был удостоен золотой медали Международной математической олимпиады. И сегодня он готовит к новым победам юных северян. Я преподаю ребятам математику, ну, скорее, внеклассную олимпиадную математику. У нас такая общая подготовка по логике, нестандартным задачам. Ну, всему интересному, что может быть в математике. 2 июнь подряд лучшие ученики области собираются в школе «Созвездие». Но если в прошлом году их было 60, то в этом в 2 раза больше. Помимо образовательной программы, молодежь просвещается культурно. Здесь мы с ребятами не только учимся углубленной математической программе, но и ездим на разные экскурсии, общаемся друг с другом и узнаем друг у друга много нового. Создание школы для одаренных детей «Созвездие» – инициатива губернатора региона Игоря Орлова. Он каждый год встречается с ребятами. Это наш вариант «Сириуса». Он идет своим путем, развивается, безусловно, учитывая лучшие практики, которые есть. И я очень рад, что у меня есть возможность с этими нестандартными, пытливыми ребятами встретиться и поговорить лично. Занятия в летней интеллектуальной школе «Созвездие» завершатся 24 июня. Владлена Романова, Александр Богданович, Ольга Красулина, Регион 29.